Лишь передние лапки у него маленькие, совсем маленькие, хоть и с когтями длинными, а задние устойчивые. Такие устойчивые, он как бы на двух лапах ходит, да? А зубы-то, зубы какие? О, какие зубы. Да, не понимает, а понимает. Глаз открыл. Смотри, как голову. Иди сюда. Не бойся, иди сюда. Ну, какой у него гребень-то какой большой, да? Он сейчас что-то хочет нам сказать. Иди сюда, иди, не бойся, иди. Ты же со мной. Ну какой. Он ничего не говорит, ба, почему? Не знаю. Сейчас дойдем до него. Может, тихо. Вот это он говорит. Вот слышишь? Вот какой высокий. Ничего себе. Идем, идем, идем. О, какой. Ну, сейчас прочитаем. Вот, а это-то смотри. Смотри, хвост какой у него. Thank you.
Вот какой ты страшный. Какой. Еще хвост там, хвост он виляет сейчас. Чтобы он стал говорить. Ну, не бойся, быстро потрогала и обратно. Ой, как их много. Вот хвостами как виляют. Протоцерапсы. У них панцирь на голове. Протоцерапсы. Глаз открывает. О, какие у него еще опасные на хвосте рога, на хвосте рога, видишь? Он как хвостом может шевелить. Вот смотрит,
смотрит, кто к нему подошел. Почему глаза такие милые? Глаза у него не открываются. Почему? Вон шевелятся панцирные щиты. Ну, так сделали скульптуру. Ноги. Вот какой огромный. Не снять сразу. Нет, мы сюда еще не заходили. Белочка. Белочка, не бойся. Белка, ты живешь у динозавров, да? Ты любишь динозавров? Любишь динозавров? Какие звуки издает? Как лапами. Смотри, как лапами. Шевелит. Мы уже видим. Хорошо, что пламя изо рта не выходит у него. А то бы вообще был очень страшный, да? Лишь передние лапки у него маленькие, совсем маленькие, хоть и с когтями длинными, а задние устойчивые. Такие устойчивые, он как бы на двух лапах ходит, да? А зубы-то, зубы какие? О, какие зубы? Да, понимать. Только понимать. Понимать надо его. Не понимать, а понимать. Птеранодон.
на гнезде сидит. Видишь, у него там высиживает своих динозавриков маленьких. Птеранодон. Птеранодон. Этот яйце сидит, еще не вылупился, да? Спрятался. А вот опять выглядывает. Он хочет вылезти из яйца. Хочет вылезти оттуда, не знает как. Как из яйца. Вот немножко сил у него еще наберется. Он просто лапами упрется в скорлупку. И скорлупка треснет у яйца, отвалится, и он пойдет шагать. Можно фотографироваться. Крепкие зубы. Крепкие зубы. Ну, какая пасть у него. Это обобщенный образ динозавра. Вот такой череп у него. А здесь маленький. Расчищает кистями. Убирает остатки почвы. Ищут скелеты динозавров.